Всем привет, ребята! Сегодня мы на Волге, на реке. Всем привет! Димас, Кирюха. Вообще круто отловили сегодня. Нашли окуня, короче. И подубасили. Ну-ка, Димас, покажи, сколько мы поймали. Но мы его, правда, долго искали. Но мы на нормально вот поймали. Хорошо. Где-то около больше десятка. Практически все втроем. Но Дима побольше поймал, конечно, чем мы. Так что рыбалка еще не заканчивается. Димас сегодня чемпит. Продолжение. Сейчас плывем дальше искать его. Димас, красава. Смотрите, какого захерачил. Еще будем продолжать. Кстати, на фанатик клюет, который Егор мне вчера продал. Рыбанутые ловки. Спасибо, Егор, большое. Респект и уважуха. Ты удочкой своей не это, не жестикулируй, Кирилл. Достал это и все. Ух ты. Да нет, ты такой же. Ага, такой же, блин. Такой же, да не такой же. Смотри, какой сорян. 100 метров. Нет. Зачем, блядь? Да у меня тоже вон взяла. А ты сильно поднимаешь, Кирюха? Зачем? Да тихо ты. Ну красавец, блин. А вот она у меня в ногах. Все, не надо ее прицеплять. Слышишь, что? Не надо ее прицеплять, вот просто на блесну берет. Куда ты опять? Поперчите. Папа! А. Что? Кажется, ты одного из наших команды. Да нет. Дима, у меня вон где взял, смотри. Смотри, что творить. У тебя запуталось все. Всем привет, ребята. Мы сегодня, короче, завершаем уже рыбалочку. Вот наш главный рыбачок Кирюша. Кирюха. Андрюша. Кирюша. И в общем-то мы сегодня отловились очень даже хорошо. Мы рыбачили с 4 утра, ну до 11. Нет, мы начали ловить где-то в 6. 6 начали? Рыбку поймали, да. До 6 мы. Короче, ребята, мы ускорились. И теперь мы плывем не на единичке, а на двоечке. Потому что мотор у нас стоял целых. Погрелся. Тепло. Все, контрольное взвешивание сейчас сделаем. Подцепляем. Оп. 5200. 5200, Димас. Нормально. Чё потерялся? Хоть бы спасали, футбол поиграл бы нормально. Папе!